попросят, ты скажешь, окей. Добрый день. Добрый день. Поздравляю вас. Спасибо. С таким результатом замечательным. Сейчас вот увидел нашего французского коллегу. Помню, как в 2006 году подписывали меморандум в Париже. Я был и президент Франции на решении. В 2006 году задумали и вот сделали сейчас. У нас в стране еще, вообще в истории страны, в истории дорожного строительства, ничего подобного пока не было. Такого уровня, такого класса. Уже есть. Да. Не было, теперь есть. Это правда гордится этим. Да. Есть чем гордиться. Здорово. Я понимаю, что здесь небольшое количество людей из тех, кто работал на трассе все эти годы. Но, как в таких случаях говорят, в вашем лице поздравляю всех, кто приложил руку, сердце, труд свой. Здорово, просто здорово. Это совершенно очевидно, ну вы сами это знаете, сами понимаете, будет способствовать развитию этих регионов, в котором трасса проходит. Экономика будет лучше развиваться, доступность туда лучше, быстрее. Значит, а если быстрее, ну, на скорости машина идет, вы это все знают, экология меньше страдает и так далее, и так далее. То есть плюсов полно. Ну и конечно, кроме этого еще есть ДБР, есть М10. Спасибо вам. Спасибо. Поздравляю. Спасибо. Валерий, позвольте открыть движение по дороге. Название дали. Название дали. Да. Не я, это люди выбрали. Ну, вы знаете, да? Три основные названия. Валдай, Нева и Калина. Больше всего направо назвали Нева. Так, как вы здесь хотели, так и сказали. Дорогу Нева открыть. А давайте мы вот так развернемся. Понимаете, смотрите, открылись. Подальше. В принципе, загорелись все. Машины вчера прошли вместе с нами от Москвы до Санкт-Петербурга. Мы проехали чуть больше 6 часов, потому что еще останавливались, и параллельно шли по существующей трассе, но шансы сильно длиннее. Я неоднократно приезжал на Москву и Петербург, 10 часов. Вчера за 6 дошли. Спокойно причем. Я не нарушаю никакого по старой трассе, поймите, есть 10 часов. Ну, это сейчас... в лучшем случае, потому что сейчас интенсивное движение. Мы ехали, вот, принято собрать огромное количество людей. Действительно, колонна идет, так сказать, там, из Москвы в Питер по новой трассе. Вот. Удобно, комфортно и обгонять, вот это очень хорошо. Да. Можно? Да. Спасибо вам огромное.